Один мой товарищ из Минска, Костя Клищенко, попросил прочитать монолог на вечер памяти другого нашего общего товарища Александра Кондратьева. К слову, Костя написал очень много в своей жизни, но он принципиально никогда не старался быть похожим по стилистике на Александра Кондратьева. Это у него было такое правило. Поэтому он написал этот монолог как исключение, чтобы подтвердить свое правило. К слову, Александр, дед Саша, одобрил этот текст. Маэстро. Листья кружатся и падают, кружатся и падают, ложатся на землю асфальт поодиночке и мелкими группами. Они делают это так эффективно, что я подозреваю их в незаконном собрании. Естественно, я их грубо разгоняю во имя порядка, придуманного не мной. Да, я дворник. Я не даю людям жить в грязи. Я настолько ненавижу человечество, что мешаю ему в том, к чему оно постоянно стремится. Нет, я не считаю людей мудаками. Арифметику я прошел еще в начальной школе. Когда становишься старше, их приходится еще и дифференцировать. Особенно тяжело осенью. Осень – пора обострения у чувствительных людей. Хотя все поры года – времена чего-нибудь обострения. Поэтому столько людей друг с другом на ножах. А я дружу с миром и окружающими. Потому что договор о ненападении в наше время – тоже дружба. Дружба без обязательств. Так вот, друзья, дворник прекрасно знает, чем занимаются жители его двора, но не уверен, кто чем именно. Я, например, знаю, что кто-то живет хорошо, но не могу понять, кто. Такая зависть пропадает зря. Когда я много зарабатывал... Нет, это не воспоминание, это мечта о прошлом. Мне бы хотелось вспоминать о том, как я был когда-то богат. В заработок я не верю, поэтому иногда играю в лотереи, но без азарта. Один раз я уже поучаствовал в лотерее «Голосуй или проиграешь». И хоть бы одна сволочь сказала тогда, как надо голосовать, чтобы выиграть. Разделение властей в нашей стране, как разделение мусора во дворе. Стоит ли разноцветных контейнеров, которые потом все равно сбрасываются в одну машину. А тебе остается возиться с тем, что не попадает в эту машину. Каждый день одно и то же. Из физики известно, что при беге по кругу в стабильном поле усилия надо прикладывать не к изменению круга, а к изменению поля. Я пробовал заниматься политикой, не получилось. Цепи поменяли, а возможности их терять забыли. Поэтому сейчас я мету листья. Это очень философское занятие. Но почему этим философским занятием приходится заниматься не философом? Они вынуждены томиться в неге своих университетских кабинетов, тщетно пытаясь уловить ускользающую мысль. Давайте меняться во имя прогресса моей жизни и вашего призвания. Я пытался быть современным и идти в ногу со временем. Я организовал стартап «Тиндер для носков». Ведь подчас так невообразимо сложно найти пару хотя бы на вечер. Я даже хотел стать блогером и обозревать мусор, но конкуренция слишком высока. Молодой человек, вы не слышали о том, что в макромире два объекта не могут занимать одно место в пространстве? Ах, вы гуманитарий, просто отвалите. Нет. Не подумайте, я не грубиян. Просто наш язык недостаточно совершенен, чтобы в нем нашлись вежливые слова, однозначно доходящие до собеседника. А эффективность в работе дворника – это все. Бумажка посреди двора заметнее, чем инфантильность посреди человека. И хотя второе стало причиной первого, штрафуют меня. Меня всегда удивляли водители, которые паркуются так близко к дому, словно их машина постоянно под угрозой, но паркуются так, словно им плевать на ее состояние. Но это объяснимо. Ездят люди по правилам, а паркуются по зову души. А душа их куда-то стремится. Это такое свойство людей – думать о том, что они бозоны, хотя живут в мире фермионов и вынуждены стремиться на ограниченное число мест в жизни. Иногда рядом с мусором валяются люди,
Их сюда доносят из-под магазина ветром странствий. Каждый раз удивляюсь, откуда у них такой заряд настроения при столь малых радостей. Хочу быть таким же беззаботным и вечно пьяным, как они. Жалко, приобрести можно это только комплектом с бедностью, болезнями и ограниченным взглядом на все. И это в наше-то время, когда компании идут навстречу потребителю. Да, я обнаглел и хочу клиентоориентированный алкоголизм. Еще во дворе играют дети. Мы с друзьями в детстве с упоением играли в космических пиратов и в дворников. Руководителя крупной компании не играл никто. Мы были дальновидными детьми. Вот все, простите. Не могу говорить, ведь на улице вышла. Я так хочу сказать ей, как люблю ее, что не уверен, так ли я хочу сказать ей, как люблю ее. Между нами повисла неопределенность. Я ей не знаю много, она обо мне ничего, и в целом мы неплохо знакомы и даже немного любим друг друга. В этой ситуации множество плюсов, сформированных зарядом моего оптимизма. Хотя должно быть наоборот. Где-то глубоко внутри я понимаю, что у меня нет шансов. Ведь она само очарование, а я при всех стараниях макрообъект. Мы существуем в разных мирах. Еще я люблю коньяк. Дворник, пьющий коньяк, вызывает недовольство и вредно сказывается на самих дворниках. Из-за него те, кто платит налоги, считают, что нам платят слишком много. А те, кто платит нам зарплату, что достаточно. Но я все равно не могу не пить коньяк. Ведь он подчеркивает элитарность моей профессии. Про уборщиков гораздо больше интересных фильмов, чем про электриков, но меньше, чем про сантехников. А листья падают. Они начинают робко, потом проводят блицкрик, я с трудом сдерживаю атаку, побеждаю, потом вступает дело снег, я побеждаю его, а потом весна и новые напасти. В природе постоянно происходит что-то удивительное, а я борюсь с этим. Дайте мне что-нибудь прекрасное, и я найду, как сделать из этого проблему. Я рупор человечества, а листья кружатся и падают. Теперь я вступаю в эту битву на стороне листьев. Но это уже совсем другая история.